Около 17 тысяч жителей Мариэл зарегистрировались в качестве самозанятых. Это специальный налоговый режим на профессиональный доход. Он был введен в регионе в 2020 году. Его задача – дать самозанятым возможность вести бизнес легально и зарабатывать без риска получения штрафа за незаконное предпринимательство. Напомню, на специальный налоговый режим могут рассчитывать физические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие работников, а их доходы не должны превышать 2 400 000 рублей в год. Екатерина Никитина – мастер по модной оздоровительной процедуре тейпированию. Поток клиентов непостоянный, поэтому статус самозанятой ее выручает. Если нет продаж, то и нет налогов. К тому же эта система упрощает Екатерине введение документации. В приложении «Мой налог» умещаются бухгалтерия, отчеты и даже касса. А все расчеты система делает автоматически, что особенно важно для начинающих предпринимателей. Можно прямо вот в приложении чек клиентам выбивать, сразу же можно там видеть весь свой доход. Еще классно, что можно сформировать справку, если, допустим, ипотеку взять, да, потому что самозанятый, если ты не самозанятый, да, работаешь неофициально, в принципе, справки тебе никто не даст. Тут прям справку можно сделать. 4%, в принципе, небольшая сумма налога, и она сама автоматически рассчитывается в приложении. Не нужно бухгалтера, не нужно никому ходить, никаких деклараций заполнять не нужно. Все удобно, все есть в приложении. Это просто, ну, замечательно. О преимуществах налога на профессиональный доход говорят большинство самозанятых предпринимателей. По их словам, эта система подходит для тех, кто только делает первые шаги в бизнесе, и для тех, кто не хочет ни от кого зависеть. Например, это водители такси, репетиторы, кондитеры. Словом, всех, кто работает на себя. Регистрация предпринимателей в новом статусе занимает всего несколько минут. Взаимодействие плательщика налог на профессиональный доход с налоговыми органами, начиная с момента регистрации, осуществляется дистанционно с использованием мобильного приложения «Мой налог». Для регистрации достаточно его скачать, отсканировать с его помощью паспорт, сделать фотографию на камеру. Программа проведет проверку и зарегистрирует гражданина в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Плательщик регистрирует в нем все свои продажи, а система формирует чеки и автоматически рассчитывает сумму налога к уплате. Налог исчисляется с фактически полученных доходов от физических лиц по ставке 4%, от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по ставке 6%. Преимущество специального налогового режима в том, что самозанятые не обязаны сдавать декларации, вести книгу учета доходов и расходов. Все, что от них требуется, это сформировать чек в приложении и выслать его покупателю. Добавлю, в специальном налоговом режиме не предусмотрено отчисление в социальный фонд. Также у предпринимателей нет больничных и отпускных. А для того, чтобы заработать трудовой стаж и пенсионные баллы, необходимо делать взносы самостоятельно, перечислив всю сумму за год или отчислять ее ежемесячно по частям.